Так, ну что, у нас сегодня в гостях Юлия. Скажи, здравствуйте. 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 У нас сегодня такой повод. Я начал своих, так сказать, покупателей эксплуатировать уже до конца. Они просто еще не знают, что теперь для того, чтобы получить какой-то иностранный товар, нужно немножко... Захотеть. Да, нужно немножко захотеть. Юлечка, вставай, пожалуйста, вот сюда. Вот. И, в общем, я что начал делать? Я начал своих покупателей заставлять делать распаковки, чтобы они прям вот... Сегодня этот кейс, он лежал вот все утро, и я не давал, в общем, никак распаковывать. Меня нет в кадре сегодня, потому что я... К сожалению, не смог подстричься, вот. Да и, собственно, в кадре с такой красивой Юлией, да, я не буду. Вот я вам покажу просто кейс, который у Юли был до этого. В общем, видите, в каком он ужаснейшем состоянии. В нормальном состоянии. В ужасном состоянии, и она решила его просто, обновить. Ну, уже, да, обновить. Ну, и как хочу нормальная открыть. Девушка, когда с ней споришь, она начинает, естественно, немножко, ну, ладно, неважно. Я хочу открыть. Все. Так а надо ножницы, открывать. Я не открою. А, о, здравствуйте. Так. Держи. Держу. Его надо вот так. Первый лот этой программы. О, да, первый лот этой программы. Это чехольчик. Да, это чехольчик на кейс, который зимой очень-очень сильно пригодится. Это, грубо говоря, валенки для скрипки. Для чего? Да, вот такой, такой маленький. Но мы еще потом немного позже покажем, как он смотрится, надевается и так далее. Ну нигде не порванный хотя бы. Да водится. Так, отложили. Да. Ну и все, вытягивай самое главное. Пупырочка. Друзья, самое главное, можно вечером успокоить нервы. Юля, ну-ка брось. Что? Продолжай. О. Так. Еще один чехол. Так, а это тот вообще приехал чехол-то, который заказывал, нет? Да. Точно? Да. Ну цвет тот. Ой-ой-ой, какая вот же красота. Желтая. О, ключик. Вот видите, совсем другой эффект, да, когда люди только-только вот им разрешаешь распаковать их купленный товар, а они сразу так. Такие минутки счастья и милоты. Футляр. Бирочка. Так, что у нас здесь есть? А, есть два деления для смычка. Так, для двух смычков, да? Да. Для двух. Для двух. Так. Крепеж для скрипки. Крепеж для скрипки. А здесь что у нас? А здесь сюда можно положить всякие. А, здесь пустая сумочка. Там канифольки, карандашечки. Он прям новым пахнет. Спортивным пластиком. Тут сейчас будет несколько нюансов, о которых расскажу я. Первый нюанс лямочки. Это... Да, это лямочки, тут небольшая реклама. Вот лямочки будут вторым нюансом, а первым нюансом будет, скорее всего, сам инструмент. Обычно при покупке таких футляров, а у БАМа инструменты очень плотно сидят. Да. Садятся футляры, вот, и вы должны... Не переживать за то, что там какая-нибудь скрипка типа не влезла. На самом деле все влезло. Она просто плотно сидит. Да, все просто нормально. Очень-очень плотно. Так что не стесняйтесь. Со временем все вот эти уплотненные места, они будут... просядут просто чуть-чуть. И все будет хорошо. Все будет хорошо. Юля, ну ты веришь, что у тебя все будет хорошо? Да, сейчас я эту лямку достану только. Или не достану. А как она? Так. Я забыла. Как бы мне так в кадр не войти? Нет, на самом деле все верно. Друзья, обратите внимание, мы сейчас с Юлей эти лямки вместе сделаем. Здесь есть защитная как-то силиконовая, в общем. Ну, чтобы они не протирались, да. Металл не протирался. Да, потому что частенько у футляров вот это место, уголочки, то есть на спине висит и вот так вот шоркается, да, всегда. Да. И нужно... Я только уже лямки, две лямки сломала вот, в своем футляре. Ну, не обломались, у меня карабин потом вылетел. Ну вот, чтобы вот такого у вас не произошло, мы с Юлей для этого и делаем обзор. Надо... Если в двух словах, то... я сейчас помогу. Не-не-не, так не надо, надо сюда. А как она? А я сейчас покажу. Нужно, чтобы то место, где соприкасается с футляром, обязательно было с защитой. Так, замочки, тут на ключики все вот это да.
Значит, надо вот так. Да. Да. Сейчас вроде верно. Вот. Вот, вот так. А потом вот эта штучка, она закручивается. Чтоб карабин тебе не вылетел, не отстегнулся, по-моему, как-то так это делается. Да, совершенно верно. Так, Юль, ну, в принципе, мы с тобой практически все-то и показали. Да, я второй прицеплю уже. Пожалуйста. Пожалуйста. Ну, ладно. Это не так. Да? Уже. Вроде держится. Так, первый, первый ремень готов. Ну, ты довольна? Да. Сделай вот так. Юля, маши ручкой. Пока-пока. Все, вы теперь знаете Юлю. Да. Доказывайте у Артура все, что хотите. Все, да, вот, точно, все, да, Юлечка, все. Ну, друзья, ну, примерно вот за полчаса мы смогли сделать лямки, то, о чем я как раз говорил в самом начале это, видео. Это сюда, нет, подожди, это в другую сторону, Да. Ну, в общем, друзья, вы все сами видели, теперь мы с чистой совестью можем, что мы можем... Идти домой. Все, вот теперь точно маши ручкой, скажи всем пока-пока. Вот видите, какое счастливое лицо, когда что? Покупать где? У Артура. У Артура. У Артура. А знаешь, что самый прикол в этом чехольчике? Тут лямки продевать надо. Да, но это когда ты его, ты же его зимой надеваешь. Ну да. И надеваешь надолго. До лета. Ну типа, ну, типа да, до лета. Ты вот сейчас и будешь надевать его или... Не знаю. Всем пока. Пока-пока.